Ну что, кабанчик, поехали. Поехали, покатаемся. Всем здравия, друзья. Сегодня у нас поездка в ветклинику со старичками, которая пошла немножко не по плану, потому что в последний момент нас попросили привезти собачку-донора. Чистое пушистое зло приковано. И кроме старичков нам пришлось взять с собой Монечку. Кабаша, пойдем к Моне, ему страшно. Пойдем, пошли. Он боится без тебя. Пришел охранник, все. Не бойся. Все. Кабан охраняет тебя. Монечка сегодня у нас с эскортом. Да, Моня? Скажи, я бегу, все где? Чего бы там Бегусю оставили? Моня. Моня, чего такое? Все хорошо, не переживай. Скажи, сами вы становитесь донорами, ну вас нафиг. Сами вот это вот. Монечка. Спаситель. Кабанчик, привет. Чего ты сидишь? Тут оставил тебя папа одного, да? Оставили старичка нас. С утра их они не кормили еще? Нет. Надо было. Почему? Ну, что ж натощак геройствовать. Нельзя же, нет? Наоборот, надо было его покормить. А, надо было покормить, блин. А я думала, что наоборот, нельзя ничего делать такого, если кровь сдаешь. А его бы стошнило в машине, как бы. Да. 12 килограмм. Он был 11. 11 с чем-то он был. Он сейчас еще за материал. Угу. Материться. Монечка, ты матерый. Матерый. В корме он вчера испачкался. 12 килограмм. Зубы красивые. Чистого, пушистого зола. Алёня, сломал каучок. Да? Ну, резец вернее, вон резца. Да, видно, что чудо. Моник. Он тоже нужен к стоматологу. Джек. Мальчик. Ну чего ты? Вообще лапки не держит. Садись, посиди. Может, ты посидишь на стульчике пока? А ты поохраняешь Моню? Ну да. Ну давай, охраняй. Хочу забрать у него кровь. Забор крови и переливания прошли успешно. Монечка, конечно, был в шоке. Но мы надеемся, что эта процедура хотя бы насколько-то поможет несчастной маленькой собачке с лейкемией. Монечка, спасите. Угу. Сдал кровь. Монечка в шоке, я даже вкусняшку не хочет брать. Ну ничего, дома покушает. Дома покушает. Да, он сейчас успокоится. Ну, конечно, страшно так. Привет. Что у нас происходит? И эта штука вчера очень сильно воспалилась. Позавчера еще я промывала, была нормально, а вчера она снаружи огрубела еще. Но когда он ее вылизывает, он лежит на этом боку. И с этого бока он встает нормально. То есть он, да, он поскуливает, но он встает. А с той лапы, если он на ней лежит, он скулит и сам вообще не поднимается. Саш, на стол? Друзья, нам очень нужно вот такое лекарство. Просто необходимо для Бигфиша. Оно достаточно дорогое, но мы готовы заплатить за него. Проблема в том, что не можем нигде найти. Обостряются хронические болячки и прогрессируют новые у наших старичков. Вот и Бегуся тоже уже очень плохо контролирует свои физиологические потребности. И помимо этого у него еще появилось подозрение на новообразование. Ой, что слюни потекли? Что слюни-то потекли? Бегуся, ну не бойся. Потому что он боится. Его принесли на стол опять. Бегуся. Хорошо, что здесь стол есть такой, куда ты помещаешься. Бегуся в шоке. Давай, все, пойдем. Отвой эти девчата, да? Скажи, я только позволь, сразу готовы все, раз.
Маруся. Вставай, молодец, молодец. Монь, пойдем. Нужно с него только снять, наверное. Монечка, давай я тебя раз этого освобожу. Давай. Не, ну ничего, это сервис. Дайте папе Моника. Сейчас, подожди. Главный воротник. Угу. Вот и все. Все нормально. Все, отпускай героя, который все. Помог сегодня. Спаситель, давай, почетный донор. Почетное, чистое, пушистое зло. Пойдем. Все, разбегайте. Так. Бегуся. Бегуся, присотуйся. Ты куда меня возили? Куда? Так страшно было на столе. Бегусь идет домой. Че, пойдем, пойдем. Покормить сейчас, да? Может, да, можно покормить. Будем воротник одевать такой. Ну, сейчас какой мы сейчас оденем? Обычный? Есть у нас такой? Не, ну там есть. Большие должны быть, нужно глянуть. Что скажете, начальник охраны? Есть какие-нибудь у вас высказывания? Короче, Гуся. Самые большие воротники, которые мы нашли. Гуся, у нас нет торшера, чтобы был больше твоей мордочки. Да нам посоветовали, мы купим. Ладно, такой, сейчас надувной. Пока такой хотя бы пусть будет. Да, сейчас что-нибудь раздобудем, потому что ему нельзя. Лазить, да, в рану в свою лазить нельзя. Кабашкинс. Кабашкинс уже еле ходит у нас, прям еле ходит. Осмотрели Кабашкинса. Ну, ничего такого. Навряд ли уже что-то можно сделать. Вот. Грустный такой пес. Грустный. Грустный такой. Ой-ой-ой. Ой-ой. Все, мы уже дома. Сними мошенник. Да? Вот так и прошел еще один день жизни приюта. Съездили в ветклинику, покормили, погуляли. Постарели еще на один день. Друзья, приюту очень нужна ваша помощь и поддержка. Мы благодарны всем, кто принимает доброе участие в жизни приюта. Не забывайте, пожалуйста, про нас, смотрите наши видосики. Выбирайте себе друга из наших подопечных. И быть добром.